Сюда, сюда идемте. Я просто уже была на тоже, например, ну где тебя провожу. Здравствуйте. А мы идем на регистрацию. На регистрацию сейчас зарегистрируемся. Сейчас карточку получать уже не надо. Я вчера еду. Да, все, она уже на рабочем месте. Сейчас просто тут документы, и у меня будет место, на котором вы сидите. Но я уже знаю. Больше учиться. Нужно сесть в кабинете, разложить свои бумаги, собраться с мыслями и определиться, куда мы идем, куда я иду дальше. Нужно хотя бы определиться с мыслями, собраться. Не страшно на новом месте получать совсем эти новые должности для вас? Очень волнительно, потому что действительно новая должность. Вот я даже сейчас выступаю перед вами, и до сих пор я чувствую себя где-то прокурором. Вот про экстремизм рассказываю, про борьбу с терроризмом.